Новое правительство Португалии во главе с премьером Педро Пассошем Коэльо приведено к присяге. Но как долго продержится у власти этот кабинет? На выборах 4 октября правоцентристы одержали победу, но потеряли большинство в парламенте и не смогли, как планировали, сформировать коалицию с социалистами. Они по итогам голосования оказались вторыми. Устав от политики жесткой экономии, проводимой правыми, социалисты объявили об альянсе с другими левыми партиями. Педро Пассош Коэльо призвал представителей всех политических партий, социальных движений, а также граждан страны придерживаться духа сотрудничества в совместном желании построить что-то вместе. Ситуация, сложившаяся в парламенте, где относительное, но не абсолютное большинство поддерживает правительство, лишь усиливает эту потребность, добавил премьер. В течение 10 дней Педро Пассош Коэльо должен представить парламенту свою политическую программу. Если она не получит поддержку более половины законодателей, правительство может быть распущено. Социалисты уже заявили, что сделают все возможное, чтобы подтопить новый кабинет.